Bonnie in Hanoi, Red River. Don't forget to subscribe to this channel, guys. Don't forget to give me a like and write me some nice comments. Push the bell near the button, subscribe, and share this video with your friends. Wait, I'm doing my vlog. Друзья мои, это Красная река в городе Ханое. Мы сейчас переезжаем реку рано-рано утром. Вот у нас только недавно стало солнце, и утренний Ханой поражает нас своим великолепием. Я, как всегда, еду на мотоцикле в роли пассажира. Друзья, не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк и откомментировать хорошими словами. Вот, ребятки едут играть в футбол. Say hello! Вот, и они меня подбрасывают по дороге. Вот смотрите, видите? Вот это его инициалы и фамилия. Зы-зы. Ань, yes? Зы-зы, Ань. Значит, моего водителя. Такие модные стрижки у нас сейчас во Вьетнаме. Очень популярная игра в футбол. Я еду домой. О, тук-тук. Тук-тук. Yes? Тук-тук. Very good. Страна очень любит караоке, и везде можно встретить какую-то аудиосистему. В доме может ничего не быть, но обязательно будет караоке. Или хотя бы микрофон со встроенной колонкой. Вот мы уже переехали через Красную реку на левый берег Ханоя. На левый берег этой реки. Здесь у нас плантации, некоторые сельские хозяйства, видны пальмы, что-то здесь выращивают. Вот, обратите внимание, как прекрасен город по утру, когда нет еще насыщенного трафика и постоянных перманентных дорог. Вот в зеленых касках едут такси, местные такси, развозки, которые можно заказать прямо по мобильному телефону через специальное приложение. Молодежь без шлемов, беспечно едет играть в футбол. И на мое счастье, они едут в нужном для меня направлении. Вот такие вот дела, друзья мои. Мои путешествия продолжаются. Впереди еще много интересного. Жизнь моя прекрасна, а будет еще лучше. Увидимся на краю света. Всех целую, обнимаю. Всем пока.